могут возникнуть у лица телесные повреждения вследствие нанесения непосредственно ним удара головой другого человека. Конечно, могло быть и сотрясение мозга, гематомы и иные повреждения, но повторюсь, что окончательно данный вопрос определит уже судебный медицинский эксперт. Были такие случаи неоднократно у моих коллег, в том числе касательно того, что наносились телесные повреждения работникам службы такси, водителям, вследствие чего были прецеденты, когда человек умирал вследствие нанесения телесных повреждений. В частности, мне известно, что такой случай был в прошлом году в поселке Каменск. Водитель такси был с пассажирами, когда приехал в поселок Каменск города Мариуполя. Ему, пассажирами, были нанесены телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть.